Я совершенно не верю в то, что есть какой-то плохой российский народ, который принципиально хуже украинского народа, английского народа, немецкого народа. С одной стороны, жители Киева привыкли, к сожалению, к латушным тревогам, а с другой стороны, мы, жители России, привыкли к стуку полиции в дверь. Когда началась война, то я какое-то время металась, должна ли я, как честный человек, сделать аборт, чтобы не рожать ребенка вот сюда, вот это все. Когда мы жертвуем свободой ради стабильности, то у нас в итоге через 20 лет не остается ни того, ни другого. Лизаветочка. Девочка 2022 года рождения вряд ли будет долго жить при Путине. От выученной беспомощности можно переучить обратно, если человеку или собачке показывать, что выход есть, если эту собачку брать на ручки и переносить из той комнаты, где ее бьют током, куда-то, где ее не бьют током. Кто-то больше боится, что его оштрафуют, кто-то больше боится за свою бессмертную душу. Ты боишься за душу? Да. Тем более теперь, когда у меня ребеночек, надо, чтобы он был обо мне хорошего мнения по возможности. Это, конечно, непредставимая прежде картина. Ася Казанцева сидит с младенцем наперевес. Как ты сама себя ощущаешь? У меня ошибка выжившего. Младенец у меня оказался милый, симпатичный, подарочный. И в целом материнство зашло мне лучше, чем я ожидала. Причем, учитывая весь этот невероятный контекст, материнство пошло, как ни странно, даже на пользу. Елизавета – замороженный эмбрион. Мы ее подсадили 4 февраля. 10 февраля я узнала, что беременна. У меня было 2 недели прекрасной, запланированной, благополучной, радостной, желанной беременности. Потом случилось 24 февраля. Дальше я не помню, что было. В какой-то момент я думала, что у меня токсикоз. Потом я с одним числом поняла, что это был не токсикоз, а это я отравилась чем-то, что я нашла в холодильнике, какой-то рыбой с каким-то майонезом, которая я не помню, сколько времени там стояла и откуда там взялась. А в остальном я, ну, по крайней мере, до лета, пока психотерапия подействовала, мало что соображала. Но я помню, что когда началась война, то я какое-то время металась. Должна ли я, как честный человек, сделать аборт, чтобы не рожать ребенка вот сюда, вот это все. И как-то мы поколебались с отцом ребенка, решили, что, наверное, в этом нет смысла, потому что, скорее всего, мы вдвоем одного ребенка сможем спасти от внешнего мироздания с нашими всеми ресурсами финансовыми, образовательными и прочими. И еще такое было соображение, что вот, например, моя мама меня родила в 1986-м, а до этого еще одного ребенка в 80-м, а потом еще одного в 92-м, еще одного в 98-м. И все это были настолько разные страны, и все эти страны, в которых она рожала, настолько не имели отношения к тому, что происходило потом с нами в настоящей взрослой жизни, что в России за 5 лет меняется все, за 100 лет ничего. И что, наверное, девочка 2022 года рождения вряд ли будет долго жить при Путине в силу естественных биологических причин. Поэтому, наверное, можно попытаться ее родить. И для моего состояния это скорее пошло на пользу, потому что ребенок здорово отвлекает. То есть вот даже во время беременности мне было спокойнее, чем могло бы. Девочка давала какой-то экскьюз и для того, чтобы не уезжать, и для того, чтобы не сесть. А сейчас вообще я уже, честно говоря, мало думаю про войну, потому что материнство очень много внимания на себя забирает. Если бы у тебя была возможность сказать пару слов себе годовалой давности, когда решение о том, что у тебя будет ребенок, уже принято, а война еще не началась. Что бы ты себе сказала? Ну, если год назад, то у меня ребенка еще нету в матке. Я бы тогда сказала подождать с ребенком. Почему? Потому что мы заводим детей тогда, когда мы думаем, что мы можем предоставить им хорошие условия жизни, как минимум такие же хорошие, как у нас самих были в детстве, а желательно более хорошие. И когда мы считаем, что мы и в ресурсе, и мы достаточно хороши, и жизнь достаточно хороша для того, чтобы их сюда тащить без спроса. Заводить детей – это вообще сложный этический момент, именно потому что мы их сюда тащим без спроса. Они потом справедливо скажут: «Я не просил себя рожать». И в данном случае Елизаветочка будет права, потому что действительно в какую-то полную фигню я ее притащила. Ну, так или иначе, мы будем говорить и о Елизавете, и о том годе, который вы провели с ней вместе. И нужно выбрать цвет. Я бы взяла какой-нибудь либо желтый, либо голубой. Какой тебе больше нравится, желтый или голубой? Давай желтый. Хорошо, пусть будет желтый. Скажи, мозг адаптируется к происходящему. Вот ты говоришь, что это самый тяжелый год. Но человеку не может быть одинаково плохо весь год. Конечно. Мозг вообще реагирует не на модуль, а на градиент. Что это значит? Это значит, что у нас есть какое-то представление о норме, и мы все сравниваем.
с вот этим представлением о норме, оказалось ли оно хуже или лучше. Причем это можно, в принципе, увидеть даже на уровне отдельных нейронов в нашей системе вознаграждения. И наши эмоции, положительные или отрицательные, зависят исключительно от дельты между этими двумя состояниями. Был такой нейроэкономист Филипп Тоблер. У него в 2005 году был суперзнаменитый эксперимент, в котором брали обезьян. Обезьяны хотели пить, как это обычно бывает в нейробиологии. И обезьяне давали глоток воды, но сначала ее приучали, что покажут картинку. И картинка предсказывает глоток воды, но она его предсказывает с вариациями. Есть картинка, которая означает, что глоток воды будет либо маленький, либо средний. Есть другая картинка, которая означает, что глоток воды будет либо средний, либо большой. И вот Филипп Тоблер тогда показал, что нейроны в системе вознаграждения у обезьяны, они начинают быть активными, отправлять импульсы не тогда, когда пришла вода, а тогда, когда показали еще картинку, что само по себе важный результат, но что их активность еще дополнительно усиливается или еще дополнительно снижается в зависимости от того, совпали ли ожидания с реальностью. То есть можно дать обезьяне один и тот же средний глоток воды, но если сначала ей показали картинку, означающую, что будет либо маленький, либо средний, то реальность превзошла ожидания, и у обезьяны вот эти нейроны в системе вознаграждения начинают отправлять еще больше импульсов, еще больше сигналов про то, что они счастливы, что все хорошо. А если ей показать картинку, которая означает, что глоток воды будет либо средний, либо большой, то тогда реальность не дотягивает до ожиданий, и тогда в тот момент, когда глоток воды дали, активность нейронов в системе вознаграждения наоборот снижается, потому что оказалось все хуже, чем можно было бы надеяться. И это можно даже на уровне отдельных нейронов увидеть, как выяснилось. Но в целом мозг, в принципе, так работает, что у нас есть некоторый образ ожидаемого. И, конечно, 24 февраля 2022 года было самым ужасным днем в жизни большинства людей в нашей части Айкумена, потому что реальность оказалась гораздо-гораздо хуже, чем даже самые пессимистичные люди, большинство из них, могли представить. Причем, что поразительно, как мы сейчас видим, реальность оказалась хуже вообще для всех, в том числе и для провоенных с российской стороны. А сейчас мы как-то за год уже привыкли к тому, что все очень плохо, поэтому мы каждый раз радуемся, когда что-то оказывается не настолько плохо. Вот, скажем, у тебя же, я думаю, сильно выросла популярность того, что ты делаешь, да, за время войны. Я готова ее отдать обратно. Я понимаю, я тоже готова отдать обратно все, что... Ну вот, опять же, видишь, с этим материнством так сложно. Окей, ну, в общем, правильно было бы отдать все обратно для того, чтобы этого года не было. Но почему тебя смотрят? Потому что ты стараешься в своих видео давать надежду. Ты стараешься приглашать каких-то чуваков, которые скажут, что война закончится и что жизнь нормальная еще будет. Люди смотрят, растекаются лужей малинового сиропа и думают, ну, может быть, правда еще будет какая-то жизнь. Как тебя изменила Лиза? Во-первых, я стала еще больше ценить свою профессию, свое образование, свой биологический бэкграунд, потому что если ты человек-биолог, особенно нейробиолог по образованию, то тебе гораздо интереснее растить детей, потому что ты на каждом шагу видишь, насколько эволюция вас друг к другу готовила. Сейчас ужасно интересно, как из сгустка клеток получается зверек, а потом из зверька вылупляется человек. Опять же, как биолог, я знаю, как сложно устроено человеческое тело и как сложно устроен человеческий мозг, и что я человеческий мозг своими руками, ну окей, не руками, сделала сама лично. Это очень восхищает. И интересно, как у нее этот мозг развивается. То есть сначала рождается совершенно полностью инопланетянин, абсолютно офигевший, ничего не понимает, взгляд фокусировать не может, движением управлять не может. А потом из инопланетянина постепенно вылупляется человек. Сначала ребенок более или менее контролирует рот. Потом ребенок где-то к месяцу начинает контролировать всю голову. И вот она лежит на этом коврике своем игровом. И она еще не может поймать зебру, которая у нее там висит руками, но она может уже поймать зебру ртом. То есть она уже управляет шеей, и она захватывает ртом хвостик зебры, начинает его сосать. Сейчас она на стадии, когда она учится хватать кистью что-нибудь. Вот она через какое-то время научится хватать кистью то, что заинтересовало, и тянуть в рот. Потом научится управлять телом в целом. Сейчас вот научится переворачиваться. Она пока что научилась переворачиваться через левый бок, через правый пока не научилась. По-моему, не понимает, что есть такая опция тоже. Но когда она тебе впервые улыбнулась, что первичное было? Ты подумал, о, зеркальные нейроны заработали, или ты просто восхитилась, что ребенок улыбается? Я не могу разделить. Я почувствовала волну окситоцина, я подумала, ух ты, ребенок должен выжить. То есть человеческие дети, вообще это чудо, что они выживают, потому что у них очень длинное детство.
наше принципиальное отличие от других приматов в том, что у нас невероятно длинное детство от того, что у нас невероятно большой мозг, и ребенок человеческий требует столько заботы, насколько никакой другой детеныш никакого другого вида не требует. У нас детеныш рождается, у него мозг весит 30% от массы мозга взрослого, у шимпанзе 40%, у капуцина 50%. И если бы мы хотели рожать ребенка такой же степени зрелости, как у шимпанзе, то нам бы нужно было беременность сильно больше года. То есть наши деточки рождаются страшно недоношенными, со страшно незрелым мозгом, страшно беспомощными. И как они выживают, как у взрослых терпения хватает на то, чтобы столько времени о беспомощном ребенке полностью заботиться. Здесь много разных обсуждений есть в эволюционной биологии. Но вот в частности, это магия улыбки и магия милоты. У нас супер милые детеныши, и мы супер предрасположены к тому, чтобы отвечать умилением и всплеском окситоцина на то, как детеныш улыбается. Он сейчас сначала же рефлекторно улыбается, то есть просто как-то мышцы дергаются. А потом постепенно, где-то после месяца уже ребенок начинает сознательно тебе улыбаться. А потом у нее появляется еще комплекс оживления, когда она начинает гулить и руками-ногами махать, тебя видя. То есть это еще такая система постепенного усиления вознаграждений. В мере того, как ты задалбываешься, тебе добавляются какие-то новые вознаграждения для того, чтобы ты не сдавался окончательно и ребенка не выкинул в окно. Растет твой эмоциональный интеллект в общении с Лизой? Ну, наверное, да. Я там воркую всячески. Да? Ну, ты сама себе удивляешься, что вот ты можешь быть такая? Знаешь, не то, что удивляюсь, но у меня, конечно, есть метанаблюдатель, который думает, ух ты, прикольно. И ты себе говоришь, что это окситоцин. Это окситоцин. Или... Я люблю ребенка, поэтому я не буду себе портить нервы мыслями о войне и вообще какими-то движениями в эту сторону. Нет, такой сознательной позиции у меня, конечно, нет, потому что любовь любовью, а война войной. У меня, конечно, не может быть сознательной позиции о том, чтобы про войну не думать, потому что это безнравственно иметь такую сознательную позицию. То есть, да, с точки зрения сиюминутного самочувствия ребенка, действительно было бы лучше, если бы человек смог ни про что, кроме этого ребенка, не думать. Но с точки зрения долговременной стратегии, с точки зрения долговременной пользы для ребенка, всякому человеку нужно помнить о том, что кроме ребенка есть еще какой-то мир, в который этот ребенок, кроме всего прочего, вырастет, и в котором ты не только мать, но и человек-личность. Сложность с ребенком в том, что вот сейчас она такой милый малыш и очень биологическое существо, развивающееся по заложенным в нее биологическим и этическим законам. Но если все будет хорошо, и мы все выживем, то ребенок потом превратится в человека, превратится в личность. И этой личности будет важно, например, что ее родители делали во время войны, так, чтобы ей не надо было за нас краснеть. Как быстро мозг адаптируется к самым страшным новостям? Очень сильно зависит от мозга, от человека, от его намерения, от его решимости. То есть, с одной стороны, конечно, нам всем так плохо, даже и тем, кто живет за пределами районов боевых действий, морально плохо от того, что у нас есть воображение и понятийный аппарат сложный, развитый, абстрактное мышление, мы можем себе представить, какой ужас творится, а тут еще и мы в этом ужасе оказываемся виноваты, и от нашего имени это ужас делается, это все всего добавляет. Крыса или даже обезьяна не могла бы страдать от настолько абстрактных соображений. С другой стороны, да, человек может, даже находясь в объективно очень плохих условиях, находить поддержку и опору в том, что он, например, как вот с той стороны фронта, бьется за правое дело, за свою родину, и от этого ему становится легче и лучше. И здесь психология важна, но здесь важна не столько вот эта лабораторная психология, которая ограничена этическими комитетами и которая не может поместить человека в совсем уж невыносимую ситуацию. Здесь скорее важнее опыт, который накопили психологи во Вторую мировую, но самый очевидный Виктор Франкл, история про экзистенциальную психотерапию, про поиски смысла даже там, где вообще ничего хорошего не происходит. Как с тобой было дело? Ты, благодаря младенцу Елизавете, постепенно нащупывала почву под ногами? Или к тебе понимание того, что ты ничего не можешь изменить, но ты просто можешь продолжать жить по совести, пришло постепенно с помощью, может быть, психологов, может быть, антидепрессантов? У меня не то чтобы был выбор, чего делать и как жить. И я не считаю, что я совсем ничего не могу сделать, потому что, по крайней мере, я могу, например, прийти к тебе и на сколько-то сотен тысяч просмотров поговорить о том, что война – это плохо, и таким образом дать какую-то моральную поддержку тем людям, которых ты к себе пока не позвала, но которые тоже должны сохранять у себя в голове ощущение того, что не они сошли с ума, а другие люди вокруг них сошли с ума. Не дается ли тебе это ощущение сложнее с каждым шагом? Не бывает ли у тебя такого, что думаешь, блин, черт, может, они правы?
Но вот именно что они правы. Такого, конечно, нет, потому что есть какие-то базовые вещи про то, что нельзя убивать людей, например. И нельзя делать так, что сначала всем было хорошо, и все жили своей мирной, творческой, культурной жизнью, а потом все пришли сидеть в подвалах или убивать других людей. То есть, ну, есть какие-то базовые, очевидные моральные принципы, которые не приводят к тому, что ты можешь подумать, что а вдруг мы не правы. Но на самом деле это еще одна вещь, которую наше дорогое Отечество довольно мудро пытается делать с помощью пропаганды. Оно действительно пытается давать какие-то объяснения, такие, с которыми люди смогут солидаризоваться. И пропаганда предоставляет огромное количество нарративов, в которых можно пытаться продолжать чувствовать себя хорошими, несмотря на то, что происходит. Ну, там, про спасение русскоязычного братского народа от фашистской хунты, или как там они это называют. Или, например, сейчас вот пошла новая повесточка про то, что мы вовсе не хотели воевать, а нас заставила Америка. Я это первый раз услышала, когда меня в конце сентября в очередной раз задержали в метро. И полиция доставляла меня в полицейский участок, и по ходу дела мы с ними вели разговоры, и вот они говорят, что все понимают, что война — это плохо, но просто вот США не оставили нам выбора. Я говорю, а что же за прецедент такой у нас, что он не может не танцевать под дудку США в таком случае? Они говорят, ну вот, дудка США сильна. Я могу задать несколько личных вопросов, чтобы прояснить всю ситуацию с искусственным оплодотворением? Да. А почему ты решила идти неестественным путем? Это длинная история. Когда-то я была замужем за прекрасным чуваком. Два раза. Вот, но вот это вот ребенок от второго бывшего мужа. В 12-м году у нас начался роман, с этого момента Николя хотел детей. Я говорила, окей, можем попробовать, но у нас нет на это денег. Потому что, чтобы у нас были дети, нужно, чтобы была у нас квартира в Москве с таким количеством комнат, чтобы было хотя бы по комнате в пересчете на одного человека. И при этом меня устраивала квартира в любом месте Москвы, а его устраивала квартира только где-нибудь достаточно близко к центру, там не дальше двух остановок от кольца. И еще он не хотел брать ипотеку. И, в общем, много-много лет мы строили карьеры, мы построили две крутые карьеры, мы заработали кучу денег. Но к 2018 году нам все еще не хватало денег на то, чтобы взять без ипотеки квартиру в двух остановках от кольца. И при этом нас обоих уже все это здорово достало. В смысле, семейная жизнь или зарабатывание денег? Зарабатывание денег. Мы как-то так поговорили про то, что денег все еще нет. Без денег я ребенка заводить не хочу. И вообще, честно говоря, не очень хочу, потому что задолбала я зарабатывать деньги. Давайте, говорю, я лучше поеду учиться в Англию, в город Бристоль. Николай говорит, ну хорошо, тогда давай разведемся, и я пойду найду себе какую-нибудь нормальную женщину, которая мне родит ребенка. Так. Вот, я говорю, хорошо, мы мирно развелись, мы устроили прекрасную разводную вечеринку. Я умотала в город Бристоль учиться. Николай завел себе прекрасный роман с Олей, но у Оли уже свои взрослые дети есть, Оля больше детей не хочет. В общем, еще года через два с того момента я начала думать, что, в принципе, я вроде как и не против ребеночка. Прихожу к Николя, говорю, ну что, ты хотел ребеночка? Если что, я могу. Николя говорит, классно, давай. Но в этот момент уже Оле было не очень комфортно, если бы мы стали заводить его обычным путем. А замороженный эмбрион у нас уже был, потому что, ну, во-первых, я в 2020 году, в принципе, заподозрила, что я, наверное, когда-то захочу детей. Но не думала, что я сработаю на них так быстро, потому что недооценивала постпандемийный экономический подъем в моей работе. И поэтому думала, что, наверное, я их хожу ближе к 40, а когда-то попозже. И, значит, неплохо бы их сейчас заморозить для того, чтобы часики не тикали, для того, чтобы не была я подвержена вот этой проблеме про возрастное падение количества и качества яйцеклеток. Вообще заморозка эмбрионов или яйцеклеток – это способ остановить биологические часы. Когда тебе за 30, у тебя все еще нет детей, но ты думаешь, что тебе они понадобятся, это довольно хорошее решение. В общем, с 2020 года у нас были эти замороженные эмбрионы и яйцеклетки, поэтому, когда я дозрела, то в свете всех обстоятельств проще было взять и подсадить. И вот получился прекрасный ребеночек. Фантастика. Не парит тебя, что не совсем естественным путем, не как у всех? Ты знаешь, у меня ни разу в жизни не было секса без предохранения. Вот за 20 лет половой жизни. Поэтому я не очень понимаю, как это вообще бывает. У меня как-то нет в голове никакой ассоциации между сексом и детьми. Секс с сексом, дети детьми. Почему эти две вещи должны быть связаны? А твой бывший муж и отец ребенка будет нести материальную, в том числе, ответственность за беременность? Да, он финансово нам помогает. Это позволяет мне, например, нанять няню и немножко работать. А его нынешняя жена?
Она очень классная, и она, в принципе, считает, что родительство – это полезный для человека опыт, но при этом, поскольку вот сама она детей больше не хочет, то ее вполне устроила вот эта вот хитроумная комбинация. Такое ощущение, что из всех этих договоренностей вы как будто вынули сердце и эмоции. Слушай, ну он физтех, КФМН, я нейробиолог по образованию. Мы вообще люди с довольно развитой лобной корой. Ну, вот у нас в мозге есть лобная кора, а есть всякие подкорковые эмоциональные центры, которые какие-нибудь эмоции отправляют вверх, но в действие они переходят все равно через фильтр коры. Ни в одной твоей книжке не было написано о том, что чем умнее и образованнее человек, тем ниже его эмоциональный интеллект. Не обязательно так. Как вам удалось вынуть из всей этой конструкции эмоции, ревность, влюбленность, тоску, разбитое сердце? А почему? Почему ты думаешь, что они все вынуты? Если бы мы записали с тобой несколько дублей, то в разных дублях эта история по-разному бы звучала, потому что по-разному бы оказывались расставлены акценты. Но пафос мой в том, что эмоции, конечно, важны. Эмоции, конечно, сильно влияют на то, что мы делаем. Просто они по-разному преломляются, и к разным выводам, логическим, люди приходят на базе эмоций. То есть заводить ребенка, скажем, от бывшего мужа, вместо того, чтобы попытаться найти какого-нибудь нового партнера, который был бы больше вовлечен, это решение, наверное, не самое очевидное, но это решение было для меня эмоционально оправданным в том числе, потому что все-таки вот у нас с 2012 года были отношения, но они продолжают оставаться какой-то важной частью нашей жизни, и было бы логично заполировать это ребеночком в тот момент, когда я на него сработала. То есть поскольку пока что это самое важное отношение в моей жизни, логично было бы первенца рожать оттуда, ну а потом уже, когда будут следующие романы, заводить от них следующих других детей. Хорошо, принято. Это эмоциональный аргумент? Нет. Да. Николя важный человек, мы друг для друга важные люди, мы друг к другу хорошо относимся. От важных людей не уезжают, представь. Нет, это вообще разные вещи. Но от первого мужа я когда-то уехала в Москву, от второго мужа я уехала в Бристоль, потому что есть любовь, есть карьера, они друг с другом связаны, а любовь хороша как повод для того, чтобы делать карьеру довольно эффективной. Такое в их книжках написано о том, что влюбленный человек гораздо более эффективен в труде. Если он обладает должной рефлексией, в правильное место ее направляет. Но, видишь, для того, чтобы заводить ребенка, все равно деньги важнее, чем любовь. Сколько людей в России заводят ребенка, не имея возможности материально его обеспечивать? Это смелое решение, слишком смелое для такого тревожного, параноидального человека, как я. У тебя есть в Фейсбуке прямо по папкам фотографии, и у тебя есть история про твою семью. Есть фотографии, где у тебя на руках малыш, у ног малыш, вокруг малыши разнообразные, твои родители. Это, получается, дети. У тебя старшая сестра. Смотри, у меня есть мама. Так. У мамы четверо детей. Да. Дети рождались с разницей по 6 лет. Да. Мальчик-девочка, мальчик-девочка. И ты средняя. Я вторая, и мой старший брат еще в 18 лет женился, и они с женой тоже родили малыша. И в какой-то момент были моя мама, отчим, и у них 6 детей. От 19 и младше до совсем грудных. Они родили еще одного ребенка, последнего младшего маминого. И да, это было весело и шумно. Дети, которые обычно живут в такой многодетной ситуации, либо очень поздно рожают своих детей, либо вовсе их не заводят. Почему? Да, мои наблюдения этому соответствуют. Мама была многодетная, у нее было много многодетных подруг. То есть я наблюдала примерно за 20 детьми из крупных семей. То есть у тебя была хорошая выборка? Ну, не знаю, насколько она статистически достоверна, но там действительно есть четкое двугорбое распределение. Либо люди случайно залетели до 20 лет и дальше уже рожают, рожают и рожают, либо люди остаются тревожными child-free, по крайней мере, до 30, а потом в 35, ну, может быть, заводят кого-нибудь одного, а там уже дальше по ситуации. У кого-то острый недостаток личного пространства и денег, ему хочется как-то все это компенсировать, я к таким отношусь, а кто-то думает, не жили хорошо, нечего и начинать. Ну, в смысле, не испытал потребности в личном пространстве и деньгах и продолжает сводить много детей. Испытал больше потребности в том, чтобы вокруг была милота и малыши. Сильно ли тебя сковало появление Елизаветы в твоей жизни? Чего ты не можешь делать вообще? Я все могу, но все могу плохо. Все могу с эффективностью в 10 раз меньше, чем если бы у меня не было грудного ребеночка. Проблема в том, что нету какого-то длительного времени сосредоточения.
Вот сейчас у Лизаветы более или менее появился предсказуемый дневной сон, а у меня появилась няня, которая в этот момент берет Лизавету, уходит с ней гулять в колясочке. И у меня есть 3 часа более или менее гарантированной возможности поработать. Сначала так не было, потому что у нее не было какого-то внятного расписания сна, и вообще и все остальные часы, кроме вот этого дневного сна, она предпочитает спать у меня на груди. И сложность с ребенком не столько в том, что он кричит и шумит, сколько в том, что ты себе не принадлежишь, ты принадлежишь ребенку, и ребенок может закричать в любой непредсказуемый момент, и он приоритетен. То есть, какая бы интересная мысль у тебя ни была, как бы тебе не хотелось дочитать абзац, ты не можешь дочитать абзац, ты должен отвлечься на ребенка. И вот эта неспособность работаться, она плохо сказывается на интеллектуальной работе, на книжках в частности. С книжкой вообще по-дурацки получилось. Это тоже одно из последствий войны, которая сильно испоганила мое материнство во многих аспектах. Я должна была написать книжку. Книжка называется «Откуда берутся дети?». Она про размножение, про все, что происходит до момента родов, и в том числе до момента зачатия. Я эту книжку планировала написать за время беременности. И, соответственно, у меня к началу 20-х чисел февраля был план этой книжки довольно развернутый, и было впереди 9 месяцев на то, чтобы ее написать. А потом уже, когда Елизавета родится, больше ничего не делать, а сидеть, кормить ребеночка, развлекаться. Где-то к концу июля психотерапевт меня убедил, что, наверное, я могу писать книжку, что, наверное, война не остановится быстрее, и жителям Украины не станет легче от того, что я больше не смогу работать. Я начала ее писать. 1 апреля я должна ее отдать в издательство. Мы перенесли этот дедлайн на несколько месяцев вперед в связи с войной. Вот. Но я думаю, что я и этот дедлайн протуплю. Но думаю, что издательство «Корпус» отнесется с пониманием, потому что, во-первых, это первый продолбанный дедлайн за 10 лет в нашем взаимодействии, а во-вторых, ну, такое количество уважительных причин. Издательство «Корпус» не боится тебя издавать? Издательство «Корпус» вообще ничего не боится. Они какие-то безумно прекрасные, и они всегда были безумно прекрасные. Как жить в России и не бояться? А почему ты думаешь, что я не боюсь? Это всегда вопрос сопоставления разных страхов. Кто-то больше боится, что его оштрафуют, кто-то больше боится за свою бессмертную душу. Ты боишься за душу? Да. Тем более теперь, когда у меня ребеночек. Ребеночку надо, чтобы он был обо мне хорошего мнения по возможности. Не считал меня аморальным человеком. Ты можешь описать, что происходит с мозгом человека в тот момент, когда он испытывает страх? Страх – это реакция на уже присутствующую опасность, которая вот уже непосредственно здесь и сейчас, которая вот-вот наступит. В этом отличие страха от тревоги. Тревога может быть гораздо более размытая, абстрактная, про то, как бы чего не вышло, а у страха все-таки есть конкретная причина и, как правило, во внешнем мире. То есть мы боимся паучка тогда, когда мы ожидаем, что мы реально встретимся с паучком, или, может быть, мы с ним уже встретились. И дальше запускается комплекс реакций, направленных на выживание, на то, чтобы убежать от этой угрозы, или подраться с этой угрозой, или замереть, чтобы она тебя не заметила, спастись. То есть сначала мы через органы чувств информацию получаем о поступающей угрозе, потом мы корой лобной анализируем, насколько это опасно или не опасно. И если кора посчитала, что опасность есть, то отправляется сигнал в гипоталамус, оттуда в гипоталамо-гиповизарно-надпочечниковую ось, которая запускает, собственно, стрессорные реакции, реакции вот эти все типа «бей или беги», сигнал в амигдалу, которая оценивает степень опасности и интенсивность вот этой последующей стрессорной реакции. И амигдала взаимодействует с гиппокампом для того, чтобы запомнить предыдущий опыт и извлечь из памяти, было ли в ней что-то релевантное, и есть ли здесь что-то, что поможет спасаться при этой новой угрозе. Человеком, который напуган, легче управлять? Да, конечно, потому что страх дает нам тоннельное мышление. Страх фокусирует нас на проблеме немедленного выживания, и мы не замечаем никаких долгосрочных перспектив, никакого контекста. В криминологии есть такая тема, есть такой эффект фокусировки на оружие. Когда кто-то кому-то угрожал оружием, то свидетели потом хорошо описывают само оружие, даже если они в пистолетах ничего не понимают. Они хуже описывают личность нападавшего, и они совсем не могут описать контекст. Они не могут сказать, какая была обстановка, атмосфера, свидетели, какого цвета машинки ездили. Они ни на что не смотрели, они смотрели только на непосредственную угрозу и опасность. В этом смысле, конечно, любые угрозы лишают нас человеческого достоинства. Как долго может длиться острая фаза страха? Недолго. Мы перегорим, у нас закончится адреналин. Это минуты, часы. То есть не месяцы и не годы? Ну, страх может проявляться снова и снова. Мы можем пугаться одного, второго, третьего, четвертого, одного удара, другого удара, одного стука в дверь. Но дело в том, что если стимулы более или менее однообразны, то мы к ним привыкаем. Да, с одной стороны,
жители Киева привыкли, к сожалению, к воздушным тревогам, а с другой стороны, мы, жители России, привыкли к стуку полиции в дверь. Мне вот позавчера звонил полицейский, мы с ним довольно мило пообщались. Он сказал, что поступил какой-то донос про то, что меня нужно привлечь за дискредитацию вооруженных сил. Спрашивает, дискредитировали ли вы вооруженные силы? Я говорю, ну, я регулярно пишу, что война – это плохо, это дискредитация. Он говорит, нет, что вы, все понимают, что война – это плохо, но вы про Бучу не писали. Я говорю, нет, про Бучу не писала. Он говорит, ага, хорошо, извините за беспокойство, до свидания, всего доброго. То есть я к тому, что сначала в марте, когда полицейские стучали в дверь по ночам, было очень страшно, а потом перестало быть очень страшно, хотя они продолжают стучать в дверь по ночам, потому что, ну да, ну вот в таком мире мы живем, все еще живы при этом пока. Все эти знания про страх и возможность управлять тем, кто напуган, они могут быть экстраполированы на общество в целом? Я думаю, что неплохо держать общество в тревоге, потому что, да, тревога способствует тому, что на первый план выдвигаются ценности собственного выживания, а не стратегического развития. И да, люди, которым страшно, они с меньшей вероятностью пойдут протестовать, например. Или даже баллотироваться в муниципальные депутаты. А какие-то необратимые последствия это несет? Ты хочешь поговорить про выученную беспомощность? Выученная беспомощность не необратима. От выученной беспомощности можно переучить обратно. Если человеку или собачке показывают, что выход есть, если эту собачку брать на ручки и переносить из той комнаты, где ее бьют током, куда-то, где ее не бьют током. Но да, конечно, все это останавливает развитие. То есть проблема с этой войной на частном уровне, применительно к тем, кого она не задела непосредственно, в том, что остановилось все развитие, остановились все планы, что так бы мы могли книжки писать, лекции делать, открытия открывать научные. А так мы сидим, пытаемся выжить, боимся и плачем. И так много миллионов людей, и вот уже целый год, и будет, наверное, дольше. Что ты думаешь про генетическую память, про память мозга, который знает, что выполнение определенных ритуалов приведет к определенным вещам? Ну, например, если на тебя нападает хищник, ты бежишь. Если тебе что-то угрожает, то ты двигаешься. Но в этой же связи есть какая-то такая большая память поколений, которые живут в России, что если ты выдвигаешься на какие-то первые роли, то, скорее всего, тебе прилетит. Если ты возмущаешься и не согласен с большинством, то, скорее всего, ты пострадаешь. И это происходит не один день, не один год, и даже не один десяток лет, и, в общем, не одно столетие. Поскольку это происходит долго, то, скорее всего, люди это могли бы запомнить. Это генетическая вещь, биологическая или все-таки приобретенная, психологическая? У людей, в общем-то, нет врожденного поведения. Вообще у млекопитающих довольно плохо обстоят дела с врожденным поведением, в том смысле, что мозг наш настолько сложный и настолько сильно формируется под влиянием среды. Но вот даже математически, да, у нас примерно 20 тысяч генов, и у нас 86 миллиардов нейронов. То есть мы не можем этими 20 тысячами генов, столько же, сколько у червячка Cynorhabditis elegans, закодировать все наши 86 миллиардов нейронов. Мы можем закодировать только общую структуру мозга и, может быть, какие-то слабые, смутные предрасположенности. То есть вполне вероятно, есть у нас генетическое влияние на то, чтобы мы склонны были бояться чего-нибудь вокруг. И склонны были запоминать, какие наши действия привели к тому, что мы чего-то испугались или, например, спаслись от опасности, потому что, да, это выгодно для выживания, но при этом чего конкретно мы будем бояться, это все-таки культурная история в очень огромной степени. Там много искали какие-нибудь врожденные страхи. У меня просто диплом в этой самой вышке был про страхи. Поэтому я тебя про страхи-то и спрашиваю. Да, то есть долго искали, что у людей может быть, например, предрасположенность к страху перед паучками. Она может быть в том смысле, что, например, если мы показываем человеку картинки и одновременно бьем его током, то, видя картинку паучка, он быстрее запоминает эту ассоциацию, быстрее начинает бояться картинки паучка и ожидать удара током, чем если мы ему цветочек показываем и бьем током. С цветочком ему понадобится больше итераций для того, чтобы запомнить, что нужно бояться цветочка. И дети маленькие в заданиях на визуальный поиск объектов тоже быстрее находят паучков, чем какие-нибудь нейтральные стимулы. То есть, может быть, у нас есть где-то в мозге какое-то знание о том, что если что-то такое черненькое и с лапками, то оно может представлять опасность, надо побыстрее научиться его бояться. Но при этом нам все равно нужно научиться его бояться. До того, как был удар током, мы все равно не начнем бояться паучка. Ребенок не начнет бояться паучка, если только он не видел, что, например, его мама увидела паучка и испугалась. То есть это все равно средовые штуки. И вот было сколько-то довольно спокойных лет, в которые мы все любили своих детей. Russians love their children too. Mm-hmm. И дети выросли, кажется, хорошие. С чувством собственного достоинства, с интересом к окружающим.
с готовностью одновременно и свою точку зрения защищать, и чужую точку зрения выслушивать. То есть мне кажется, что вот поколение, которое лет на 10-15 младше нас, оно очень хорошее. Может быть, в нем есть какая-то надежда. То есть генетического страха не бывает, по-твоему? Бывает предрасположенность к тому, чтобы бояться. Но бывает амигдала, да. Амигдала – наше миндалевидное тело. Это главный в мозге управляющий центр, связанный со страхом. Если ее повредить, ты вообще ничего бояться не будешь. И амигдала, понятное дело, есть. И, понятное дело, она находится в тесном сотрудничестве с остальными областями мозга, с гиппокампом, который связан с памятью. Она легко и быстро запоминает, что что-то опасно. Но для того, чтобы начать бояться, все равно нужен какой-то либо личный опыт, либо, по крайней мере, культурное обучение, где тебе объясняют, что вот этого надо бояться, это страшно. Ты говоришь, что не веришь в генетическую память, но смотри, о чем тогда может идти речь, если за последние 100 с небольшим лет каждое десятилетие из России либо было вынуждено уехать огромное количество людей, либо эти люди подвергались чудовищным репрессиям вплоть до смерти. И так каждые 10 лет либо много смерти, либо много отъезда. И в конце концов остаются те люди, которых и не убили, и не репрессировали. И возможно ли, что это какие-то уже другие люди, чем те, которые были изначально? Я говорю популяционно. Ты предполагаешь, что существует фактор отбора, например, в сторону конформизма, что всех, кто высовывается, убивают до того, как они оставили потомство, и, соответственно, в каждом следующем поколении оказывается больше людей, склонных к конформизму? Я не видела ни одной работы, где бы это пытались как-то объективно доказать путем каких-то тестов, например, кросс-культурных сравнений среднего уровня нонконформизма. Мне кажется, что все-таки здесь культурные влияния более сильны, чем генетические. То есть до тех пор, пока, в принципе, остаются люди с развитым интеллектом, среди них так или иначе будут появляться люди нонконформисты. А люди с развитым интеллектом, ну, их невозможно убить всех за такое маленькое количество поколений. Потому что некоторые из них находили какие-то достаточно безопасные ниши, оставались в науке, может быть, не лезли в политику, занимались нонконформизмом в науке, придумывали какие-нибудь новые научные мысли таким образом и остались нетронутыми репрессивной машиной. Как известно, репрессивная машина трогала даже тех, кто в нее не лез. Твоя предпосылка в том, что если кто нонконформист, то его убивали с сильно большей вероятностью. А вот это как раз может оказаться и неверным, потому что репрессивная машина убивала вообще всех, даже и тех, кто сидел ровненько, как цунами. Ну, тогда непонятно, почему из поколения в поколение в России последних 100 лет передается вот это вот «не высовывайся и сиди тихо». Это же ведь никого не спасло. А так ли очевидно, что передается именно это, и что никто не высовывается? Ну, то есть революции у нас были, протесты у нас были, какие-то радикальные перестройки курса у нас были, много ярких людей у нас было, но да, многие уехали. Нет, понятно, что российское общество было бы более благополучным, процветающим и, может быть, не дошло бы до вот этих 20 лет власти Путина, закончившихся страшной кровавой войной, если бы не было всего вот этого предшествующего репрессивного аппарата. Может быть, да, может быть, нет, мы не знаем, у нас нет контрольной группы, но, по крайней мере, точно неверно, что в России вообще закончились хорошие люди, что их всех вообще еще поубивали на уровне бабушек и дедушек. Потому что на уровне бабушек и дедушек поубивали не всех хороших, поубивали не только хороших. И, кроме того, среда способствует тому, чтобы хорошие возникали снова, если хоть что-то осталось. Спойлерни немножко, пожалуйста, свою книжку и приведи 3 аргумента за то, чтобы рожать детей в 2023 году и против. Ну, сейчас аргументы больше про то, чтобы зачинать детей в 2023. Многие из них родятся уже в 2024. Аргумент за то, чтобы рожать детей в 24-м, что он високосный и что можно попасть на 29 февраля. И? Если где-то в мае, в июне забеременеть, будет прикольно. Хорошо, окей, аргумент будет прикольно, принимается. Как аргумент за то, чтобы рожать детей, еще есть какие-то? Дети могут быть уважительной причиной для того, чтобы не уезжать, или для того, чтобы не сесть, или наоборот, для того, чтобы уезжать, или чтобы протестовать. На детей удобно валить какие-то свои собственные нравственные выборы. Так. Вот я не уезжаю из Москвы, потому что не хочу, но я могу также делать вид, что я не уезжаю, потому что Елизаветочке нужна государственная медицина. 3. Дети – это могучий источник познания жизни. Дети много чего про себя самого позволяют понять, какой ты человек, что тебе важно, не важно, какие у тебя стереотипы, страхи и принципы. А в тяжелые времена, наверное, еще важнее про себя что-то понимать, чем в легкие. Тогда аргументы против. Аргументы против. Ну, если мы говорим про 23-й год и про нашу часть суши, то это безумие, потому что страна катится непонятно куда.
не надо в такую страну рожать детей, потому что, ну, как минимум, точно у нас будет большой взлет преступности от того, что все эти люди, выпущенные из тюрьмы, вооруженные и ослабленные, те из них, кто выживет, вернутся в Россию и будут тут грабить на улицах. То есть будут в лучшем случае новые 90-е, не будет денег, не будет работы, будет преступность. Конечно, лучше сюда не рожать детей. Если говорить более абстрактно про то, стоит ли рожать детей в принципе в интересах человечества. Дети — это большая нагрузка на окружающую среду. От детей углеродный след в несколько раз больше, чем от взрослых, потому что дети гораздо больше используют вещей, которые требуют промышленного производства. Одних только памперсов мы вот каждые 2 дня по огромному мешку выкидываем. Это все для планеты совсем нехорошо. Дети — большая нагрузка на природу, и понятно, что ничего хорошего нет в том, что мы все рожаем детей с точки зрения природы. Но, опять же, это вред, который можно компенсировать, если одновременно жертвовать деньги на то, чтобы в амазонских джунглях высаживали больше деревьев, и эти деревья поглощали углекислый газ, выделяли кислород, то, в принципе, вред от одного конкретного человека, которого вы родили, вполне себе можно скомпенсировать. Подожди, а если, например, ты выбрасываешь памперсы в Москве, а леса высаживают в Амазонии, это компенсируется? Планета-то единая. Воздушные массы-то текут. Не может быть такого, чтобы в Москве воздух закончился, если в Амазонии он есть. Он перетечет. Не будет ли так, что в Амазонии он будет получше, а у нас будет похуже? Это может быть. Выход. Ну, можно, например, в России тоже защищать тех, кто защищает леса. Есть всякие добровольные лесные пожарные, которые в России спасают леса. Можно им пожертвовать денег. Это тоже будет такая компенсация греха перед планетой за то, что ты завел ребеночка. Кормишь грудью? У нас была прям целая битва за ГВ, потому что сначала в роддоме перешла на смешанное вскармливание. У Лизы не совсем стандартная почка, и поэтому врачи в диагностических целях хотели кормить ее смесью, чтобы она больше писала, чтобы у них был материал на анализы, чтобы они могли нас выпустить из роддома. Mm-hmm. А у меня не приходило молоко, вот так, как бывает у людей, когда прям грудь навелась. Вот поэтому, когда мы выписались из роддома, то сначала было смешанное вскармливание, и у меня было 2 месяца битвы за ГВ. То есть ты вступила в ряды вот этих прекрасных женщин, которые... Я вступила в ряды прекрасных женщин, да, потому что довольно много есть исследований о том, что ГВ – это хорошо. Там 2 основные причины. Первая причина – это антитела. Ко всему тому, к чему у меня есть иммунитет, я могу передать антитела Елизавете. Она оказывается пассивно защищена за счет моих антител от инфекций, которые вокруг нас летают. Понятно, что ее собственный прививочный иммунитет лучше, потому что прививка дает тебе шаблон для производства антител в тех количествах, в которых нужно, а мои антитела из молока дают просто такую пассивную защиту в тех количествах, в которых вот они из молока получились. Если уж она уже заболела, то это не спасет полностью. Зато в молоке более широкий спектр антител, более адаптированный под то, что вокруг нас есть, с какими инфекциями в Москве мы реально встречаемся. Антитела, которые дают Елизавете защиту, и поэтому я вот сейчас могу позвать тебя и прям съемочную группу, и не очень бояться за ребенка, потому что маловероятно, что вы принесете какие-то такие инфекции, от которых мое молоко ребенка не сможет защитить. Во-вторых, есть исследования про то, что детишки на грудном вскармливании оказываются умнее, что у них примерно плюс 3 пункта IQ в среднем, если сравнивать на больших выборках. Ты что? Разные люди считали, набирали прям тысячи детей, десятки тысяч детей, сравнивали тех, кто был на грудном вскармливании, тех, кто на искусственном. В среднем интеллект получается выше, но тут есть пара забавных нюансов. Первый забавный нюанс в том, что эти исследования накапливаются постепенно, и что нынешний научный мейнстрим основан на данных, которые собирали там где-нибудь в 80-е, в 90-е. А дело в том, что смеси тоже улучшаются. И там появляются разные гипотезы, почему дети на грудном вскармливании оказываются умнее, чем на искусственном. Предполагают, например, наверное, дело в омеге-3. Наверное, в смеси не хватает омеги-3. После этого добавляют в смесь омегу-3. И после этого нужно производить еще новые исследования, чтобы посмотреть, не исправилась ли вся разница. А во-вторых, эта разница в интеллекте сильно снижается, если сделать поправку на социоэкономический статус и на образование женщины.
То есть тут немножко самосбывающийся прогноз о том, что женщина с хорошим интеллектом, они, во-первых, читают исследования, где написано, что ГВ – это хорошо, и начинают биться за ГВ. Во-вторых, женщины с высоким социоэкономическим статусом могут позволить себе биться за ГВ. То есть могут, например, первые 3 месяца не работать, а целыми днями сидеть с ребеночком и налаживать грудное вскармливание. Поэтому тут не всегда понятно, где причины и где следствие. Но, тем не менее, имеющийся сейчас массив научных данных говорит, что если есть возможность покормить грудью сколько-то месяцев, то попытайтесь, это будет хорошо. Кроме того, это еще и хорошо для самой матери, для ее здоровья. То есть вот эти вот волны окситоцина, они работают как такая тренировка сердечно-сосудистой системы. И эпидемиологические исследования показывают, что сильно меньше вероятность инфарктов и инсультов у тех, кто кормил грудью хотя бы несколько месяцев. Быть научным журналистом, это же подразумевает в том числе и некую политическую апатию. Огромное количество моих знакомых, которые работают в том числе и на государственных каналах, говорят мне о том, что мы же про культуру, про науку, про что-то такое, не связанное с сиюминутностью, почему бы и нет? Нет, по-моему, тут как раз наоборот. По-моему, как раз научная журналистика предъявляет высокие требования к, прости господи, нравственности, потому что она вся про то, чтобы не врать. То есть мне платят за то, что я говорю правду. Ну, ты говоришь правду про молекулы, про биологию, про... Ну, это же неотделимо совершенно. Почему это неотделимо? Ну, нельзя в одном месте говорим правду, в другом не говорим правду. Здесь рыбу заворачиваем. Запутаешься в собственном вранье, если ты где-то что-то врешь, а где-то что-то не врешь. Но и научная журналистика, она же все равно, даже когда мы не говорим про какую-то чистую политику, все равно она пересекается с вещами холиварными для людей. У меня был случай, когда от несчастной любви к Елизаветочкиному отцу я уехала в 2013 году в Израиль на учебную программу. И там ввязалась в большой антикреационистский скандал. Да, это громкая была история. Смысл был в том, что некий человек в роли университетского препода с университетской кафедры вещал вообще-то про иудаизм, к чему никаких вопросов нет, но в рамках иудаизма он затрагивал отношения иудаизма с наукой и там говорил, что вот теория эволюции, хотя оказала большие влияния на умы людей, но не имеет под собой никаких научных оснований. Никто, значит, не видел птицу с зубами. Я была там единственный биолог по образованию, поэтому мне пришлось лезть. И это был действительно шумный скандал. Пьяные однокурсники грозили мне физической расправой. И, в общем-то, это было стрёмно. Но если бы я не полезла, то я бы утратила право на свою профессию. Если я не защищаю эволюцию там, где некому, кроме меня, защитить эволюцию, если я не защищаю научную истину там, где некому, кроме меня, защитить научную истину, то я не могу быть научным журналистом. Ну, ведь ты же работала на канале «Россия-2», там же не одни крокодилы работают. Да, но дело в том, что телевидение – это же не какая-то одна куча людей, это разная очень редакция. В нашей маленькой редакции людоедов не было, мы сидели вообще отдельно, не на Тверской, Ямской, а около Шаболовки. И людоедов не видели. И это был все-таки 2011 год, когда проблемы взаимодействия с государством еще не были настолько мучительны. То есть каждый раз, когда мы хотели уйти на митинг на Болотную или на Сахаров, начальство одобряло, говорило, да, конечно, общественная активность важна, ничего, что сейчас рабочий день, идите. А первый раз мы заподозрили, что что-то не так, когда мы пытались сделать выпуск про книжки и хотели Акунина позвать для того, чтобы с ним поговорить про книжки. А он был уже в Координационном совете оппозиции, и нам сказали, что не рекомендуют. Вот это был первый случай, то есть после нескольких лет работы на телеке, году, получается, уже в 12-м, когда показалось, что работать на телеке не очень совместимо с жизнью, ну и вскоре после этого я и перестала. Сейчас возможна ли ситуация, в которой вы вот в вакууме бы, в маленькой редакции, просто ну, отдавали бы свою программу куда-то, неважно на какой канал, но вы же ничего плохого не делаете? В принципе, такая позиция кажется мне нравственно допустимой. Не для меня лично, потому что у меня просто уже есть личный бренд, и я уже вряд ли могу быть не в кадре. То есть в любом случае у общественности возникнут вопросы к тому, где лично я была и что я лично делала. Если бы у меня не было личной известности, да, наверное, так можно. Здесь действительно серая зона. Вопрос не совсем, конечно, по адресу, но тем не менее это вопрос, касающийся прогресса. Ведь ты же веришь в прогресс, да, и, по сути, твоя жизнь как научного журналиста, как популяризатора науки, она связана с тем, чтобы популяризировать прогресс в том числе. Но есть такой этический парадокс. То есть вот с одной стороны, мы живем в эпоху невероятно скоростного развития науки и вообще прогресса, и этического в том числе. То есть мы все раздельно выбрасываем мусор,
мы думаем о том, какой углеродный след оставляют дети. Ну, то есть какие-то нас заботят там проблемы супервысокого первого мира. А с другой стороны, мы не умеем как популяция, как общество решать проблемы мирным путем. Мы не умеем договариваться. Мы оказываемся всякий раз при любом конфликте в состоянии войны. Не получается ли так, что научно-технический прогресс обогнал скорость развития нашего мозга, наших этических кодексов и вещей с этим связанных? Это совершенно справедливое наблюдение. Действительно, технологический прогресс опережает прогресс социальный. Когда я забеременела, у меня была большая склонность написать Стивену Пинкеру: «Придурок, я тебе поверила, я теперь из-за тебя беременна». Так. Вот я подавила такой соблазн, решив, что он может неправильно понять. Но все равно хочется верить Стивену Пинкеру про то, что глобально мир все равно становится лучше. Продолжает хотеться верить в то, что сейчас происходит, это некоторая ненормальная флуктуация, которой могло бы и не быть, и которая может оказаться разовой, что мир все равно не покатится в тартарары, а как-то починится. Ну, как бы, если в это не верить, то надо нам всем сворачиваться в простыню и ползти на кладбище. Поэтому хочется пока что понаблюдать и понадеяться на это. Ну вот после Второй мировой войны все как-то были в ужасе, много рефлексировали, много думали о смысле жизни и о том, что теперь делать и как теперь быть, чтобы не допускать больше такого решения конфликтов и такого усиления сумасшедших диктаторов. И это укрепило демократические механизмы в развитых странах, и это укрепило разного рода международные контролирующие организации, ту же самую Организацию Объединенных Наций и так далее. И действительно было несколько достаточно спокойных десятилетий. Вероятно, после этой войны тоже, когда все ужаснутся, схватятся за голову и начнут думать, как же сделать так, чтобы больше так не происходило, к каким-то выводам они придут. Эти выводы, возможно, будут связаны с системой образования, с тем, чтобы в системе образования действительно, во-первых, вдалбливать детям, что нужно всегда искать win-win-стратегии, учить всех теории игр, учить всех тому, что сотрудничество оказывается более выгодным, чем конфронтация. И еще, может быть, действительно учить людей нон-конформизму. Учить людей тому, чтобы они как можно больше сопротивлялись, если видят, что кто-то вокруг не прав, чтобы они пренебрегали субординацией, чтобы они не уважали авторитетов, чтобы они этим авторитетам как можно больше учились возражать, что если в обществе в целом много людей, которые учатся и умеют возражать, то это общество, наверное, чуть медленнее развивается в тех вещах, где нужно заткнуться и фигачить послушно, но это общество не рискует принять решения, очевидно, ошибочные, очевидно, ужасные и утягивающие мир в пропасть, в катастрофу, если находится сколько-то людей, которые способны против этого возразить. Здесь мы, как всегда, упираемся в классические эксперименты Соломона Аша про длину линий и про то, что должна быть хоть одна подсадная утка, которая скажет: нет, смотрите, эта линия не той длины. И как только одна такая подсадная утка найдется, всем остальным станет легче. Да, может быть, что-то думать про то, чтобы система образования менялась. Может быть, как раз истории про расцвет научпопа в России последних лет были связаны с тем, что люди хотели какого-то альтернативного дообразования для того, чтобы в том числе и про мир, и про людей, и про отношения тоже больше понимать для себя. Но мы не успели сделать достаточно много для того, чтобы мир не покатился в пропасть. А может быть, и не могли. А это важно. Не успели или не могли? Я думаю, что мы не успели в том смысле, что мы не успели дождаться смены поколений. Есть вот эта знаменитая история про обезьянок в океане, которые начали мыть батат. По-моему, японские макаки, какая-то японская макака конкретная, научилась мыть батат. Потом от нее это переняли ее сородичи, но от нее это переняли ее сверстники и обезьяны помладше. Старшие не учатся у младших. Старшие у младших не перенимают какие-то новые жизненные мудрости. Это проблема старения, это проблема возраста, что мы начинаем быть закостеневшими. И если мы успели закостенеть в каких-то системах ценностей, уже не актуальных для нового мира, то мы чувствуем себя в этом новом мире плохо и пытаемся с ним бороться с переменным успехом, в зависимости от того, сколько ресурсов мы в себе стянули. Но то же самое с нашим поколением. Да, мы тоже многие вещи, которые есть у нас в голове, и то, что мы высказываем, кажутся диковатыми прекрасному новому поколению. Мы гораздо меньше чувствительны к фемповестке, например, в среднем. Вообще к защите разного рода уязвленных, к охране окружающей среды, к защите животных. Те, кому сейчас 40, чувствительно меньше в среднем, чем те, кому сейчас 20. Поэтому, может быть, когда мы все поумираем, а они начнут править миром, то мир станет лучше. Вопрос о аргументах за то, стоит ли рожать детей. Материнский инстинкт, который многократно усиливает инстинкт самосохранения, подсказывает тебе, что если тебе придется против чего-то сейчас протестовать, ты скорее останешься дома или скорее
пойдешь и будешь как-то публично выражать протест? Если произойдет еще что-нибудь новое, столь же чудовищное, как война, это будет действительно сложный выбор. Сейчас надо смотреть, что происходит, против чего протестовать, с кем останется ребеночек. Я думаю, что я посоветуюсь в своем дружеском чатике. У меня есть чатик «Осеночка и друзьям». Там есть несколько человек, которые еще остались в Москве. Я думаю, что кто-нибудь из них скажет, я бы вот сам не пошел, а тут я теперь схожу. Будем считать, что это за тебя. А ты сиди дома, потому что у тебя младенец. То есть Елизавета изменила твою поведенческую стратегию? Локально, действительно, я за Елизавету отвечаю, и поэтому мне лучше прямо вот сейчас, когда у меня маленький младенец, на митинги не ходить, потому что если меня, допустим, задержат на 15 суток, теоретически не должны, раз я молодая мать, но всякое бывает в нашем правовом государстве. Если меня задержат на 15 суток, то ущерб для Елизаветы сейчас будет больше, чем выигрыш для гражданского общества. В тот момент, когда я была беременна, это так не было, потому что разлучить меня с Елизаветой было невозможно. Поэтому сейчас, наверное, действительно лучше было бы мне на митинг не ходить, но при этом вообще никак протест не выражать, и особенно еще до ее рождения, это тоже было неприемлемо именно с точки зрения ценности материнства. Потому что действительно с точки зрения ценности материнства важно быть хорошим человеком, если что, хочешь размножаться, мне так кажется. Ты вообще смелый человек? Знаешь, это неправильный вопрос. Никто не смелый, никто не трус, просто люди сопоставляют страхи. Я больше боюсь того, что во мне разочаруется моя аудитория, чем того, что меня посадят на 15 суток. Ну окей, со всеми оговорками про Елизавету, про то, что сейчас мне не надо бы садиться на 15 суток. Потому что, видишь, у меня очень справедливая, очень простая работа. Мой доход и моя ипотека зависят от того, платят ли мне люди. Все мои деньги берутся не от грантов, не от работодателя, все мои деньги берутся от людей, которые покупают мои книжки, покупают билеты на мои лекции, покупают платный курс про стресс, что там еще какие-то платные лекции у меня есть, видеозаписи. То есть сколько денег я зарабатываю, зависит от того, считает ли моя аудитория меня хорошим человеком. Поэтому это ответ такой одновременно циничный и пафосный. Если я проявляю себя как трус и подлец, то мне ипотеку будет нечем платить, потому что они от меня отвернутся и правильно сделают. Вот это поворот. Да. Ладно, дайте чуть-чуть войти, искать теперь, раз уж ты проснулась. Боже мой, боже мой, смотри, какая тетка чужая. Да, я вообще не мама твоя, да, и у меня ничего нет. Ой, боже мой, ну хоть пове... Да. Меня еще поразило, насколько она похожа на отца. А, да? Да, она такие же корчит гримасы и такие же брови. Ну, то есть черты лица у всех малышей более или менее универсальны, но вот мимика страшно напоминает родственников. Видимо, какие-то есть гены, влияющие именно на организацию мимических мышц. В книжке есть глава про гены, про человеческую генетику, про близнецовые исследования. Близнецы бывают однояйцевые и разнояйцевые. Однояйцевые, когда у тебя была одна яйцеклетка, ее оплодотворил один сперматозоид, а потом в начале развития эта куча клеток поделилась на двух людей. Эти два человека генетически одинаковые. Если не говорить про всякое занудство типа соматических мутаций в отдельных клетках, они генетически одинаковые и рождаются одновременно, воспитываются более или менее в одних условиях. А бывают разнояйцевые близнецы, когда были две яйцеклетки в одном цикле, два сперматозоида, и между такими детьми генетического сходства не больше, чем между любыми другими братьями и сестрами, но они тоже родились одновременно, воспитываются примерно одинаково. И вот когда биологи хотят посмотреть, насколько гены влияют на поведение, то они набирают группу однояйцевых близнецов, набирают группу разнояйцевых и смотрят, как признак распределен внутри одной группы, внутри другой, внутри каждой пары. И если по какому-то признаку однояйцевые близнецы постоянно одинаковые, ну, допустим, цвет волос. Цвет волос у однояйцевых близнецов всегда одинаковый, а у разнояйцевых он может быть одинаковый, а может быть разный. Из этого делают вывод, что на цвет волос, видимо, влияют гены очень сильно. А если, скажем, прическа, склонность заплетать косичку, она может быть одинаковая у однояйцевых близнецов, а может быть разная. И вот выясняется, что какой-то поведенческий признак не возьми, всегда по нему однояйцевые близнецы оказываются ближе друг к другу, чем разнояйцевые. У них более похожие паттерны курения, у них более похожая сексуальная ориентация, у них более близкие даже политические взгляды. И на интеллект, скажем, гены влияют прям очень сильно. Порядка 70% всей вариации между людьми определяют гены в интеллекте, в IQ, по крайней мере.
И причем тут особенно интересно, что это влияние генов на интеллект усиливается с возрастом. То есть пока у тебя ребенок маленький, то сильно влияет то, как ты его развиваешь, то, как ты с ним занимаешься. И если ты берешь, например, двух близнецов, разлучаешь их, с одним занимаешься много, с другим занимаешься мало, то у них интеллектуальный уровень тоже будет разный. Но потом, когда они становятся старше, когда они выходят из-под влияния родителей и учителей, получается, что если кто от природы умненький, то он начинает больше читать, больше учиться сам. Если кто от природы глуповат, то он садится на диван, смотрит телевизор, и все, и опускается, интеллектуально деградирует. И поэтому самое важное, что можно сделать, когда ты планируешь ребенка, это родить его от кого-нибудь максимально умного, кого ты можешь себе добыть. Потому что это важнее, чем любая другая этическая забота. Даже так? Ну, когда мы говорим про то, как люди становятся успешными, откуда берется успешный успех, то для успешного успеха нужно делать эти три вещи. Во-первых, нужно родиться в богатой и образованной семье. Так. Люди, которые родились в богатых образованных семьях, добиваются большего жизненного успеха статистически. Во-вторых, нужно иметь интеллект. И в-третьих, нужно... Где его взять? Во-первых, в детстве учиться развиваться, читать книжки. Во-вторых, быть рожденным, опять же, от максимально умных родителей, если кто тебе доступен. Так, и третье? И третье – это усидчивость. Усидчивость, самоконтроль, способность заткнуться и фигачить, она может принести не меньше пользы для твоей карьеры и учебы, чем исходные стартовые условия и чем даже интеллект. Есть такое смешное исследование, австралийское и новозеландское, в котором следили за детьми в течение 30 лет. Сначала делали им всякие тесты на самоконтроль, типа маршмеллоу-тесты в детстве, пока они были в детсадике, а потом смотрели, что у них в 32 года. И в 32 года выясняется, что состояние зубов, состояние ипотеки и прочих финансов, записи в полицейском участке о превышении скорости – и многое-многое другое оказывались лучше у тех, у кого еще в 3 года был более хороший самоконтроль. Они лучше распорядились своей жизнью. Из трех перечисленных тобой базовых, важных условий для успешной карьеры и интеллектуального развития, что было у тебя в детстве? У меня, по-видимому, нормально с генами. Мои папа и мама не дураки. Они обучились в политехе вполне успешно. То есть понимали какие-то страшно сложные вещи про физику, которые я, например, понять не могу. С социоэкономическим статусом, ну, понятно, что в 90-е годы никто не был богат, особенно семьи, в которых было по несколько детей. Но еда в доме была, и книжки в доме были в больших количествах. Книжки — это, кстати, тоже важно. Есть много исследований про то, что дети лучше учатся, те, у которых в доме много книжек. Хотя, скорее всего, дело не в том, что какая-то есть прямая причинно-следственная связь, а просто в том, что и то, и другое признаки семьи, в которой, в принципе, с детьми разговаривают и чему-то их пытаются научить. Что такое когнитивная психология, которой ты училась, адептом которой ты являешься? Меня учили когнитивным наукам. Это то, что на стыке между экспериментальной психологией и нейробиологией. То есть это науки, которые пытаются понять, как в мозге возникает человеческое, как в мозге возникает память, как в мозге возникает обучение, мораль, эгоизм, альтруизм, сон, в общем, всякие такие вещи, которые связаны с высшей нервной деятельностью. Экспериментальная психология — это не совсем та же самая психология, в которой ты лежишь на кушеточке и рассказываешь, как тебя мама не любила. То есть есть психология как область медицины, которая сфокусирована на конкретном человеке и на помощи конкретному человеку, а есть научная психология, которая сфокусирована на общих закономерностях работы мозга и на том, как из мозга, как из работы этих маленьких серых клеточек формируется поведение, по каким закономерностям оно формируется, как мы обрабатываем информацию и как мы принимаем решения. И все это, конечно, имеет большое отношение к тем морально-нравственным вопросам, на которые ты меня выводишь в этом интервью. Например, наука нейроэкономика и наука поведенческая экономика имеют к этому большое отношение. Науки о том, как мы принимаем решения, каким закономерностям мы обрабатываем информацию, чтобы принимать решения. И они говорят нам следующие вещи. Наука нейроэкономика, во-первых, говорит нам, что мозг неоднороден, что в мозге есть много разных областей, которые разные аспекты информации обрабатывают независимо. Кто-то с фокусом на эмоции, кто-то с фокусом на долгосрочное планирование, кто-то с фокусом на позитивное, кто-то с фокусом на негативное. И между ними происходит постоянная непрерывная борьба.
они отслеживают разные стимулы по отдельности и пытаются буквально друг друга перекричать где-то. Нейроны отправляют больше импульсов в единицу времени, больше глюкозы потребляют, на томограмме это видно. Где-то меньше импульсов в единицу времени. От этого зависит, как складывается финальное решение. Весь мозг — это про сравнение альтернатив, вся работа нервной системы — про сопоставление противоречивых сигналов. На уровне даже отдельного нейрончика это видно. У отдельного нейрончика есть много дендритов, которые собирают информацию, один аксон, который передает вверх итоговое финальное решение. А если посмотреть на то же самое с точки зрения поведения, ну, хотя и с точки зрения нейробиологии тоже, то в каждом решении, в каждой альтернативе, которую мы оцениваем, есть два аспекта. Первый аспект — это модуль, интенсивность и знак того, что с нами может произойти. Если это какая-то простейшая экономическая игра, то сколько денег вам дадут, и дадут ли вам эти деньги в принципе, или их у вас отнимут. А второй аспект — это вероятность вот этого вот исхода. Мозг наш постоянно перемножает размер выигрыша на вероятность этого выигрыша. И любое сопоставление альтернатив подразумевает всегда сопоставление вот этих вот двух вещей – вероятности и размера проблемы или, наоборот, выигрыша. И когда мы принимаем решение о том, уезжать или оставаться, то мы оцениваем вероятность альтернатив. То есть я точно понимаю, что в России даже сейчас мне все равно жить лучше, чем если я куда-то уеду. То есть в России, скажем, осталось 60% качества жизни от возможного. Если я уеду, то останется 30% качества жизни от возможного. Потому что от того, что я уеду, война не остановится. Украине это, к сожалению, не особенно поможет. Но одновременно у меня добавится куча бытовых проблем с тем, как разбираться с медициной, как разбираться с жильем, с работой, как, между прочим, конкурировать за жилье и за рабочие места с уехавшими другими людьми, в том числе уехавшими из Украины. А здесь я хотя бы не очень конкурирую с теми, кто уехал из Украины. А с другой стороны, здесь лучше. До тех пор, пока меня не очень преследует дорогое отечество, здесь может стать хуже или сильно хуже, когда меня начнет сильно преследовать дорогое отечество, если начнет. То есть понятно, что если меня посадят, то я пожалею о том, что я не уехала. Но мне кажется, низкая вероятность того, что меня посадят. Приемлемо низкая для того, чтобы она не окупала все сложности, связанные с отъездом. То есть твой мозг не сопоставляет возможность выигрыша с вероятностью этого выигрыша, а сопоставляет возможность проигрыша с вероятностью этого проигрыша. А выигрышей у нас никаких не осталось. Ты видишь хоть какой-нибудь хороший сценарий? Последний год мы выбираем только между плохими и очень плохими сценариями. Экстраполируется ли это знание на общество? Можно ли это применить к популяции в целом? На общество складывается из отдельных индивидов. И это имеет отношение действительно к тому, например, насколько общество сопротивляется или не сопротивляется. Потому что это классическая проблема безбилетника, что отдельному человеку очень выгодно не платить за проезд в автобусе, но если никто не будет платить за проезд в автобусе, то тогда не будет автобусов, потому что автобусам будет не на что покупать бензин. И такая же история с протестами. Каждому отдельному человеку очень выгодно не протестовать для того, чтобы не навлекать лично на себя проблем, но при этом... Если не протестует никто, то общество, если ему не повезло с правлением, уползает дальше и дальше, дальше в темные века и в ужасы и кошмары. И непонятно действительно здесь, какой правильный ответ на уровне индивида. Потому что индивиду самому тоже было бы лучше, если бы ходили автобусы, если бы общество было нормальным и здоровым. Но индивиду плохо быть тем единственным, кто борется. Он превращается тогда в Навального или в Яшина и сидит в тюрьме в том обществе, которое у нас сейчас есть, с тем государством, которое у нас сейчас есть. Ну, то есть получается, что это не решаемо ни с какого конца проблемы? Здесь, к сожалению, очень много зависит от везения, от случайных факторов. Я не думаю, что жители демократических европейских стран как-то принципиально выше, лучше по качеству человеческого материала, чем жители России. Просто у них не было такого скопления неблагоприятных факторов в сочетании со злой волей. В 20 веке? Ну, теперь 20-м. В 20-м бывало. После войны, большой Второй мировой войны не было. Опять же, почему у Украины получилось с Майданом, а у России не получилось в протестах 11-12 года? Возможно, потому что в России, во-первых, было больше злой воли у государства, а во-вторых, у этого государства было больше ресурсов. То есть были к тому моменту уже давно все вот эти нефтяные деньги, которые уже давно направлялись на мощную армию силовиков и на подавление СМИ. А когда у тебя есть мощная армия силовиков, нету раскола элит и есть подавление СМИ, то действительно довольно сложно что-то делать, хотя в 2011-2012 году Россия, правда, много пыталась. Если посмотреть на нынешнюю ситуацию про войну, точно десятки миллионов не поддерживают войну. Но эти десятки миллионов не видят способов объединиться, и не очень понятно, что именно они могут сделать голыми руками против хорошо вооруженных сил. Добавляет ли тебе это пессимизма жизненного? Я думаю, что надо еще понаблюдать
Это вот как то, о чем мы говорили, что какая судьба будет у Елизаветочки, родившейся в 2022 году, мы вообще не знаем, потому что очень много всего успеет произойти, вероятно, за время жизни Елизаветочки. Очень много раз страна изменится. Сейчас мы оказались в очень темных веках, но эти темные века настолько абсурдны, что кажется сложным предположить, что они будут устойчивы в этом состоянии. Они будут точно куда-то катиться, какое-то время они будут катиться к худшему, и дальше уже просто вопрос индивидуальной веры, будут ли они катиться к худшему вечно, или в какой-то момент они оттолкнутся от дна и покатиться в обратном направлении. Ну и как ты думаешь? Я думаю, что надежда велика, и что это может быть связано просто с естественным процессом смены поколений. Вот каким-то образом получилось так, что преимущественно пожилые люди от 50 и дальше выше поддерживают то, что происходит, потому что, может быть, их жизнь сильно побила в Советский Союз, тоталитарное государство и так далее. И у них гораздо больше стремления все поддерживать. А молодое поколение в значительно меньшей степени это все поддерживает. И, может быть, даже просто сам процесс смены поколений пойдет заодно и в сторону гуманизации общественных нравов. А может быть и нет, потому что успели, может быть, придавить всех бетонной плитой. Государство наше, по-видимому, хорошо знакомо с поведенческой экономикой, с наукой принятия решений, потому что оно много делает для того, чтобы для каждого индивидуального человека протест был страшно невыгодным. Во-первых, он преследуется, и большие силы и мощности силовой машины брошены на то, чтобы всех кошмарить. Во-вторых, он выглядит довольно безнадежным. Потому что, ну вот да, если ты лично пойдешь протестовать, то неприятность у тебя будет почти гарантирована, а выигрыша у тебя не будет примерно никакого. Другой аспект, что государство с силами своих пропагандистских мощностей старательно делает так, чтобы каждый считал, что он один совсем один. Государство очень старательно по телевизору рассказывает, что все в едином порыве поддерживают спецоперацию, все упыри, а если вы не упырь, то вы какой-то выродок и извращенец, и одинокий, и никого вы никогда в себе не найдете. Поэтому всякие добрые люди типа Максима Каца говорят, что пытайтесь сохранить свою бессмертную душу. Потом, может быть, ваша бессмертная душа пригодится, когда погода изменится. А ты веришь вообще в бессмертие души? Это удобная метафора. Вообще все вот эти околорелигиозные образы, они хороши тем, что это очень удобная метафора для того, чтобы быстро и емко описывать то, что в терминах нейробиологии надо было бы описывать гораздо сложнее. Ну, естественно, когда я умру, от меня ничего не останется. Если ты про это спрашиваешь, естественно, вся моя высшая нервная деятельность – это результат активности моих нейронных контуров. И жизнь – это не что иное, как различие концентрации ионов натрия и калия по одну сторону мембраны нейрона и по другую сторону мембраны нейрона. Мы дышим и едим ради того, чтобы перекачивать ионы с одной стороны мембраны на другую. Когда мы умираем, то ионы движутся по градиенту концентрации, и, собственно, это и есть смерть. Но до тех пор, пока мы живы, у нас есть бессмертная душа, в том смысле, что у нас есть некоторая кажущаяся цельность личности, что у нас есть некоторая конкордантность, некоторая связность между тем, что мы думаем, тем, что мы говорим, тем, как мы себя представляем, тем, как мы действуем. И потеря бессмертной души – это, вероятно, жесткий разрыв между тем и другим. Это, вероятно, когда мы делаем что-то, что принципиально противоречит нашим ценностям. И от этого мы вынуждены как-то подстроить наши ценности под те ужасные упырские вещи, которые мы делаем. И от нас остается темная, выжженная оболочка от человека. Кое-где написано о том, что ты до 10 класса не ходила в школу. А куда ты ходила? А никуда я не ходила. Когда я, на самом деле, ходила в школу в первом-втором классе, а потом, когда я должна была идти в третий, то семья переехала в пригород, в поселок Новодевяткино. И мама страшно не хотела отдавать меня в местную школу, потому что считала, что там какие-нибудь страшные рабочие дети, которые окажут на меня дурное влияние. Мама моя вообще воинствующий нонконформист. Она очень любит все делать не так, как принято, и находить какие-то пути, которых до нее никто не находил. Всегда в любой момент задавалась им такой вопрос и как-то всегда находила какие-то пути нестандартные. И любила, например, не отдавать детей в школу. Потом у меня была какая-то такая школа, в которую можно было приходить весной сдавать зачеты и экзамены за следующий класс, чтобы выдавали там за 2-3 недели, месяц занятий справку о том, что класс закончен, и можно было приходить в следующий класс. Вот, ей это было удобно, что все дети дома, что детей не надо никуда возить, что на детей никто не оказывает дурного влияния, и что, например, когда я уже была постарше, что я помогала по хозяйству со всеми этими малышами. А как ты училась-то? Я ходила в школу сдавать экзамены за очередной класс. Значит, ты должна была до этого что-то учить? Ну, до этого я читала учебники. Но я читала учебники, естественно, к экзамену непосредственно. То есть большую часть года я ничего не делала. Я думаю, что это плохо. Учиться хорошо бы систематически, потому что мозгу требуется время на то, чтобы синапсы растить, на то, чтобы связи формировать между нейронами.
То есть все, что мы знаем про обучение, говорит нам, что учиться маленькими порциями постоянно – это намного лучше, чем учиться большими кусками изредка. Понятно, что эта история с несистематическим и редким школьным обучением не превратила меня все-таки в интеллектуального инвалида, потому что все равно была достаточно полноценная среда вокруг. То есть в семье были умные разговоры, я читала всякие книжки постоянно. Но вот именно в том, что касается школьной программы, школьную программу тоже желательно осваивать постепенно и равномерно маленькими порциями, а не большими кучами. И у меня, например, были очень серьезные провалы с английским, я всю жизнь комплексую про свой английский, и с математикой. То есть, если мы говорим про что-то более понятное, простое, интересное, типа биологии, там, да, там можно прочитать книжку и все навертать. Если мы говорим про математику, то здесь без систематических занятий ничего не получается. И я себя всю жизнь чувствовала полным дураком. Я это более или менее наверстала уже, когда училась в вышке. В вышке у меня был курс высшей математики, над которым я сидела и рыдала ночами все полгода, что он был. Но сдала его на честную четверку. Но это мне было уже за 30. Вышка – это же был твой сознательный выбор. Да, и очень зрелый. Училась в магистратуре по когнитивным наукам в департаменте психологии. Вот в этой самой аудитории мне вручали диплом. И очень я была здесь счастлива. Это счастье, у него есть какие-то ингредиенты? Я училась и одновременно много работала. И эти две вещи очень хорошо друг с другом состыковывались. Я уже была научным журналистом, уже читала лекции. И каждые выходные ездила в какой-нибудь Таганрог или Ростов или Краснодар по выходным. Постоянно читала лекции, а по будням слушала лекции здесь, в вышке. И эти две вещи замечательно совершенно друг с другом интегрировались. И вообще вышка гениальна. Вышка очень правильно подходила к тому, чтобы учить людей, и учить людей, в частности, нейробиологии и когнитивным наукам, потому что очень сильно чувствовалось, что магистратуру делали нейробиологи, и они делали ее по всем канонам и законам того, как нужно обучать людей с точки зрения нейробиологии. Во-первых, у нас никогда не было первых пар. Учеба начиналась в 11 утра или позже, потому что нейробиолог понимает, что бессмысленно учить чему-то людей, которые не высыпаются, поскольку сон нужен для консолидации воспоминаний. Во-вторых, у меня за 2 года магистратуры было всего 2 экзамена, как таковых, когда ты приходишь, тянешь билеты и отвечаешь, потому что почти любой экзамен можно было получить автоматом, в том случае, если ты хорошо пишешь все промежуточные контрольные, которые каждую неделю происходят. В-третьих, магистратура камерная, все друг друга знают, и все друг с другом дружили, это формировало личное эмоциональное отношение. Все молодые, там студенты от 20 до 30 в среднем, преподы от 30 до 40, все одной тусовочкой на кафедре чай пьют или не чай. И от этого формируются близкие эмоциональные отношения с преподавателями. И когда у тебя эмоциональные привязанности, то ты хочешь учиться для того, чтобы они про тебя лично не подумали, что ты какой-то лентяй, раздолбай, и что они зря тебя учат. Ты готовишься к экзаменам не потому, что тебе так уж важна даже эта информация, хотя она тоже важна, но и потому, что, чтобы они про тебя ничего плохого не подумали. А еще в вышке есть рейтинги. На сайте высвечивается, у кого какая успеваемость. И вот я была всегда в тройке лучших. Вышка – это для России уникальная организация высшего обучения? Вышка для России уникальная. Она всегда впитывала в себя все лучшие практики, она всегда впитывала в себя всех лучших преподов со всего мира. И мне кажется, поэтому вышка сейчас сильнее прочих вузов, наверное, пострадала от войны. От того, что вот ректор подписывал это письмо ректоров, от того, что многие поуезжали. То есть ущерб для вышки относительно ее былого величия и прекрасности, кажется, стал выше, чем для обычного университета. Елизавета будет ходить в школу? Елизавета будет ходить в школу. Мы пока не знаем, в какой стране. А даже так? Ну, конечно. Мы не знаем, что будет с нашей страной, может, она будет здесь оставлять ребенка. Но в какую-то школу Елизавета ходить будет. Что из своего детства ты возьмешь в детство Елизаветы, а что ты категорически не возьмешь? Моя мама была склонна быть на моей стороне. Вообще была склонна быть на стороне своих детей. И в тех ситуациях, когда, скажем, школа в жизни все-таки присутствовала, я вот в 10 классе пошла в школу самостоятельно. Родители не то чтобы это приветствовали, но относились к этому сквозь пальцы. Потому что это я твоя была решение? Да. Я взяла справочник «Желтая страница», обзвонила все химико-биологические школы. В одной из школ мы друг другу понравились со школой, я начала в нее ходить. Мама не помнила, какой номер этой школы. Я ужасно обижалась, мне казалось, что она ко мне равнодушна. Но при этом каждый раз, когда у меня возникал какой-нибудь, скажем, конфликт с учителями, мама всегда, не глядя, становилась на мою сторону. И в целом воспитывала во мне склонность не париться из-за всяких там субординаций, правил формальных. Воспитывала во мне склонность в разумных пределах делать то, что хочу. То есть
делать все, что хочу, тогда, когда это не приносит очевидного ущерба окружающим. Вот так. Да, и выступала на моей стороне в любых конфликтах. Это, мне кажется, важно. Я надеюсь, что я с Елизаветой тоже буду делать так. Всячески учить ее защищать свои интересы и свои границы. Мы про это немножко спорим с Елизаветиным отцом относительно отношений с бабушками и дедушками. Ему кажется, что бабушек и дедушек нужно по умолчанию уважать за то, что они бабушки и дедушки. И смиренно прислушиваться к их советам. Даже если эти советы потом не выполнять, но все равно делать вид, что эти советы очень важны. И уважать старших. А ты? Вот. А мне кажется, что надо уважать не старших людей, а хороших. Что вот пока старшие люди ведут себя хорошо, их можно уважать, а когда они ведут себя плохо, надо с ними бороться. А что из своего детства ты не возьмешь в детство Елизаветы? Во-первых, у моей мамы были сложные отношения с моим отцом. Он вообще очень сложный человек, и она слишком поздно с ним развелась. Она с ним развелась так лет на 5, по крайней мере, позже, чем надо было бы для психического здоровья детей. Поэтому я с отцом Елизаветы развелась за 5 лет до ее рождения. Для того, чтобы как-то вышло в ноль одно на другое. То есть для меня важно, что действительно нет никакого человека, от которого бы я была бы в финансовой или эмоциональной зависимости. И поэтому меня малыша легко от всех ограждать, если вдруг даже кто начнет себя вести как мудак. А как теперь будет обстоять дело с высшим образованием в России, если в России, в общем, стремительно движется в сторону изоляции, самоизоляции, если хочешь? И нет никаких контактов с западными вузами, европейскими, американскими. И идеология играет все более важную роль в образовательном процессе. Зависит, я думаю, от того, как долго это будет продолжаться. То есть у вышки большой запас прочности, большая инерция, большая накопленная репутация. И пока что вышка продолжает проводить свои передовые исследования. Я вот перед нашим интервью как раз написала своему бывшему научному руководителю, профессору Матео Фиура. Он вообще из Италии, но он много лет уже работает в вышке. У него здесь хорошие студенты, коллеги, оборудование. Ему здесь нравится, он не хочет уезжать. И он так и говорит, что вот я пока что делаю свою науку. Я итальянец, мне проще, у меня меньше личной ответственности за всю эту историю. И надеюсь, говорит, что так и будет, что удастся вот забаррикадироваться своей башней слоновой кости, продолжать свои исследования. Ну да, говорит, есть сложности с публикациями, с конференциями, но, может быть, это когда-то закончится. Можно ли действительно человеку забаррикадироваться в башне слоновой кости и сказать, что политические процессы меня больше не касаются? Я вне политики, занимаюсь наукой. Многие пытаются. Вот из моих преподов, кто уехал, а кто не уехал, пытаются делать именно так, пытаются баррикадироваться в башне и слоновой кости. Понятно, что здесь портится сразу KPI. Тебе сложнее публиковаться в международных журналах, если это международная конференция. Непосредственно сама суть экспериментальной работы так быстро может и не испортиться. Если ты получил хорошее образование, интегрированное в мировой научный процесс, если у тебя по-прежнему есть доступ, по крайней мере, к чтению статей своих коллег, то ты можешь продолжать делать приличные эксперименты. Но вопрос действительно в том, как много лет эта изоляция продлится. Если культурный и научный обмен полностью остановится, то да, это отразится, конечно, на качестве образования, но отразится на нем не сразу. А здесь может быть аналогия Советский Союз, в котором оставались люди, хорошо обученные до революции, и те из них, кого не репрессировали, кто не погиб и кто не уехал, они могли продолжать преподавать и закладывать какие-то новые школы. Павлов прекрасно процветал в Советской России. Кто-то будет продолжать. Может быть, будет суверенная, независимая наука, но я надеюсь просто, что гораздо быстрее жизнь наладится. Считаешь ли ты, что общий уровень научного знания в Советском Союзе существенно отставал от мирового? Зависело от областей. В физике и математике, видимо, нет. В психологии и биологии он бы не сильно отставал, если бы ему специально не мешали. Не выдавливали биологов, в лучшем случае на Запад, в худшем случае в лагеря, как Вавилова. Если бы не было всей этой лысенковщины, науки, окрашенной идеологией, то биология и физиология высшей нервной деятельности могла бы развиваться тоже. Идеология оказывает влияние на скорость развития науки? В среднем она ее тормозит, даже просто потому, что приходится очень много заниматься ненужной херней. То есть, когда ты в каждый диссер должен вставить какую-нибудь цитату из марксизма или ленинизма, и не одну, твое умение договариваться, подстраиваться и пригибаться под повесточку может начинать играть большую роль, чем твои собственные научные таланты. Научные таланты, они часто коррелируют с нонконформизмом, и если среда враждебна нонконформизму, то ты можешь не захотеть заниматься наукой в такой среде, или ты можешь уехать, пока можешь, чтобы заниматься наукой на свободе. Влияет ли уровень образования на уровень толерантности к власти? Ну, мы видим, что моя профессиональная область многие годы была на взлете.
что вот в 90-е ночь поп более или менее вымер, а потом он начал возрождаться и возрождался быстро. Здесь очень большую роль сыграл фонд «Династия» и лично Дмитрий Борисович Зимин, который начал сначала переводить иностранные книжки и издавать их. И он это спонсировал, потому что издательства тогда не очень понимали, зачем печатать ночь поп, разве он выстрелит. А потом, когда просто накопилась какая-то критическая масса уже переведенных хороших книг, то в ответ появились и люди, которые начали их читать, и люди эти стали формировать спрос на то, чтобы издавать еще книги. И в каждом книжном магазине появилась полка с научпопом, и появилась премия «Просветитель» тоже благодаря Дмитрию Борисовичу, которая стала награждать и искать, и поощрять российских авторов. И это стал самоподдерживающийся процесс, да, эффект Матфея. То есть чем лучше у тебя в стране с научпопом, тем лучше у тебя в стране с научпопом, потому что чем больше аудитория, тем больше ей нужно книжек, а чем больше книжек, тем больше становится аудитория. И моя карьера просто связана с тем, что я попала в это на взлете, когда спрос постоянно превышал предложение. У меня тиражи книжек что-то около 130 тысяч экземпляров сейчас, но я не единственный деятель научпопа в стране, людей много. И по наблюдениям, скорее, есть корреляция между интересом к науке и к научпопу и скептическим отношением к действующей власти. Потому что, во-первых, интересуясь новой информацией, интенсивно ее поглощая, развивая, перерабатывая, ты, в принципе, склонен к тому, чтобы видеть какие-то альтернативные точки зрения, не думать, что есть какой-то один единственно правильный путь. Ты можешь сравнивать жизнь в разных странах, ты склонен к гуманистическим ценностям, ценностям прогресса, науки и развития, которые противоречат тому, чтобы пойти и все разбомбить. И просто по наблюдениям, действительно, тусовка довольно либеральная. У меня есть маленький чатик посетителей моих лекций. Просто в Москве и в Питере до войны я читала лекцию «К несчастной любови». И там был чатик, сделанный для того, чтобы люди могли в нем знакомиться. Если уж они 14 февраля пришли на лекцию про несчастную любовь, наверное, им надо познакомиться. Ну и вот там было человек 200 посетителей вот этой лекции в Москве и в Питере. И среди них, когда началась война, нашелся один упырь, и то довольно неактивный, что, наверное, противоречит общепопуляционному развитию. Ну и среди деятелей научпопа тоже почти никто не нацепил на себя букву «Z». Где для тебя красная линия? В какой момент ты скажешь себе, что все, мы с Елизаветой встаем и уезжаем? Я пока не знаю, потому что я же как лягушка, которая варится в молоке, в тепленькой водичке, медленно. Варится в молоке, получается, взбивает его лапами в масло. Я как-то смешала все цитаты в кучу, да? Mm-hmm. Все образы. Ну, видимо, ты в таком состоянии и находишься. Все мы в таком состоянии находимся последний год. Я не знаю, потому что, конечно, сейчас постоянный жанр развлечений. Объясни себе в 2019 год, что происходит. Объясни из 20-го, почему не летают самолеты. Объясни из 21-го, почему все постят тесты с двумя полосочками. Объясни из 22-го, почему ты искренне желаешь своей стране скорейшего позорного поражения в войне. Я не знаю, когда будет красная линия. Наверное, я задумаюсь, если, во-первых, мое дорогое отечество начнет меня деятельно и активно выдавливать. То есть сейчас ко мне полиция приходит на профилактические беседы и звонит, но никто пока что не преследует именно меня лично. Как Асю Казанцеву, меня преследуют скорее как просто одну из девочек, задержанных на митинге, тысячи их, десятки тысяч их. Вот, когда начнут выдавливать меня лично, когда, например, меня объявят иноагентом, то я призадумаюсь, что, видимо, дорогое отечество не сильно-то хочет, чтобы я здесь оставалась. И если к этому моменту еще можно будет уехать, то я начну об этом серьезно думать. Ну и исходно я планировала об этом тщательно подумать, когда будет 24-й год. Не то чтобы я надеялась, что на них не победит Путин, но мне важно, как именно он победит. Как в Северной Корее или как в Беларуси. Потому что если он победит как в Беларуси, то будет явное массовое возмущение, явные массовые протесты и неоспоримая фальсификация, то тогда я буду делать вывод, что общество у нас все еще нормальное, человеческое, не людоедское. Здесь же с ребенком главный вопрос в том, как ребенка от общества защищать и надо ли ребенка от общества защищать. То есть если мне будет казаться, что я по-прежнему могу в России жить и работать, и иметь достаточно денег и связей с людьми, которые тоже здесь остались, для того, чтобы Елизавете выстраивать нормальное информационное пространство, для того, чтобы Елизавету отдавать в садик, где ее не будут выстраивать буквой Z, и в школу, где ей не будут рассказывать про величие отечественной армии и про украинских нацистов, если можно будет выстраивать ей какую-то нормальную культурную среду, тогда, наверное, можно будет оставаться. Если будет понятно, что все будет становиться хуже, хуже и хуже, тогда нужно будет уезжать для того, чтобы Елизавета не росла в токсичной среде, а уезжать, например, в Тбилиси, для того, чтобы она там училась в
местных школах, оставалась с отцом, пока я, например, езжу читать лекции в диаспоре. Вот я думала это решение принимать в 24-м. Сейчас я думаю, что, может быть, его понадобится принимать раньше, потому что со всеми этими историями про мобилизации, про закрытие границ и так далее, получается, что ее отец не просто уехал, а и не может приезжать навещать ребеночка. Это, в общем, совершенно не то, чего мы планировали, что отец вообще не будет видеть ребеночка, потому что 10 лет отец хотел этого ребеночка. Вот я завела ему этого ребеночка, и опаньки, все. Ты сейчас говоришь о том, чтобы защитить ребенка от страны, в которой ты живешь. А за что ты эту страну любишь? За что ты любишь Россию? За то, что не от страны защитить ребенка, а от государства. Ты говоришь не совсем про государство. Ты говоришь, что если, например, в 2024 году выборы пройдут не по северокорейскому сценарию, а по белорусскому, и ты увидишь, что общество возмущается, то у тебя останутся какие-то надежды. А если общество не возмущается, то надежды у тебя не останется. Ты говоришь о том, что вот в садике бы не выстраивали буквы Z, или в школе бы там не рассказывали разные идеологические браки. Угу. В той интеллигентской, московской, возможно, платной школе, в которую я смогу ребеночка своего запихнуть. Ну, это же получается, что ты пытаешься ребенка изолировать от страны, от большинства людей, которые живут в стране. В том-то и дело, что надо понять, насколько оно большинство. А вот как это понять? А вот непонятно. Но вот опросы все эти социологические, при всей их недостоверности, с самого начала показывают, что заметный процент людей против войны. Знаешь, из десятков миллионов может сформировать себе и работу, и учебу, и друзей, и партнеров, все что угодно. Если десятки миллионов есть, то есть и надежда. Никогда ты не думала о том, что, может быть, чтобы не оставаться в меньшинстве, надо пораньше сдаться? Так проблема в том, что каждый так думает, да, как на той картиночке, а что я один могу сделать? Стоит куча людей и думает. И как раз у меня есть московская идентичность, но у меня, кроме того, есть и российская идентичность, потому что многие годы, и вот как раз в том числе те годы, когда я училась в вышке, я действительно очень много ездила и читала лекции научно-популярные про мозг в очень разных городах. И во всех этих очень разных городах ко мне приходили очень классные люди эти лекции слушать. То есть у меня нет, в общем-то, московского снобизма. Он как раз сильно пообтрепался тогда, когда я начала много ездить. И на самом деле очень простой способ проверить, в хороший регион ты приезжаешь или в не очень, это подойти к первым встречным 5 людям и спросить: «Скажите, а почему вы не уехали в Москву?» И вот бывают места печальные, в которых люди начинают ковырять землю носком ботинка, говорить: ну вот семья, вот не было хороших предложений, вот как-то не решился. А бывают регионы, где люди вскидывают бровь и спрашивают: а нафига? Нам тут в нашем Калининграде, нам тут в нашем Иркутске, нам тут в нашем Владивостоке, и так очень даже... Нам тут в нашем Ростове. И то, что сейчас происходит, это какая-то дикая чудовищная флуктуация в миллионе альтернативных вселенных. Такой чудовищной флуктуации бы не случилось, где-то в другом месте по-другому пошла бы история. То есть я совершенно не верю в то, что есть какой-то плохой российский народ, который принципиально хуже украинского народа, английского народа, немецкого народа. Да, то есть немецкий народ тоже во время Второй мировой войны состоял в основном из упырей, но это потому, что среда слишком сильно давила, среда слишком сильно требовала. А потом, когда среда перестала давить и требовать, они снова стали прекрасными, добрыми людьми, которые не хотят никого убивать, особенно массово. Ты думаешь, что в России так будет? Так плохо, как во Вторую мировую в Германии. Я надеюсь успеть уехать раньше. Попробую написать небольшое голосовое письмо своей дочери Елизавете в тот год, когда ей исполнится столько лет, сколько тебе сейчас. Привет, Елизавета. Если мы с твоим папой все еще живы, то, скорее всего, мы изо всех сил стараемся вести себя прилично и не доставать тебя, не мешать тебе жить свою жизнь. Но мы страшно скучаем. Роди нам какого-нибудь внука, мы будем с ним нянчиться. И ни слова про политику? В России за 5 лет меняется все, за 100 лет ничего. Я очень надеюсь, что к тому моменту, по крайней мере, та политика, которая волнует нас сейчас, уже будет давным-давно гнить в земле. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Здесь у меня есть ответ с точки зрения теории игр. Вау. Потому что теория игр, в ней много умных математиков, много лет изучают, как играть, отвечать ли милосердием своим врагам или отвечать им справедливостью. И первая стратегия, которая здесь есть, называется tit for tat, то есть око за око. Здесь ты сначала начинаешь сотрудничать, проявлять добро и милосердие, потом, как только тебя обидели, ты в ответ сразу тоже справедливо отвечаешь встречной обидой. Это, в принципе, работает, но здесь минус в том, что если вы друг друга неправильно поняли, если автоматика ваша ложно сработала и принесла вам не тот сигнал, то вы можете уйти в спираль взаимного насилия от того, что... Вот вы ответили злом, он ответил злом, и так вы остановили ценности развития и прогресса. Поэтому более хорошая стратегия называется tit for two tats, око за два ока.
про то, что на два вражеских хода вы отвечаете вражеским ходом в ответ. То есть, когда вам первый раз сделали зло, вы спускаете на тормозах. Вы все еще милосердны. Да, вы все еще спускаете на тормозах. А когда вам второй раз сделали зло, тут-то вы по ним в ответ фигачите хаймерсами. Угу. Это хорошая, разумная стратегия. Поэтому сначала милосердие, но потом справедливость. Правда или безопасность? А вот это, я думаю, ложная дихотомия. Потому что если мы отказываемся от правды, то у нас и безопасности не останется, как мы можем заметить. Свобода или стабильность? И опять то же самое. Это на самом деле два очень похожих вопроса. Потому что когда мы жертвуем свободой ради стабильности, то у нас в итоге через 20 лет не остается ни того, ни другого. Родина или истина? Истина. Причем независимо от того, что бы было на второй чаше весов, такая моя правдеформация. Мы, научные журналисты, должны биться за истину. Где мы с тобой увидимся через год? Так же, как вот рассеянная нация евреев 2000 лет говорила на будущий год в Иерусалиме, я надеюсь, что теперь будет на будущий год в Москве. И что это будет не так долго, как 2000 лет.